Завтра вступают в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, меняющие прежде всего порядок уплаты административных штрафов. Теперь на это дается вдвое больше времени – 60 дней. Еще 10 дней отводится на то, чтобы органы исполнительной власти, например, ГИБДД, передали материалы судебным приставам для взыскания штрафа. Тех, кто не успел оплатить квитанцию в срок, суд теперь сможет приговорить не только к административному аресту, но и к обязательным работам.